Сейчас на площадке перед одной из строек в 7-м микрорайоне Дашково-Песочни лишь разровненная бульдозером площадка. Вчера о произошедшей здесь вырубке якобы целой дубовой аллеи сообщили несколько рязанских информационных агентств. Разобраться в ситуации пришли экологи, чиновники и представители застройщика. Заместитель начальника управления благоустройства города Ольга Свинцова опровергла факт вырубки дубов. По ее словам, строительной компании на принадлежащей ей территории удалена поросль самосевного кустарника и березы. Что же касается дубов, то проект планировки микрорайона ДПР-7 предусматривает создание нескольких рекреационных зон, главной из которых будет именно дубовая аллея. Вот сейчас фактов сноса дубов мы не заметили. Более того, у нас достигнуто соглашение администрации города Рязани с застройщиками этих микрорайонов о том, что в этом году будет разработан эскизное предложение по благоустройству этой дубовой рощи, разработан проект благоустройства рощи. Проект мы согласуем с общественностью в связи с тем, что именно по сигналу общественности обратили внимание на эту дубовую рощу. И в дальнейшем будет комплексное благоустройство, которое будет заключаться в разбивке пешеходно-тропиночной сети, в установке парковой мебели и в освещении. По документам, территория перед стройплощадкой принадлежит СУ-155. По словам застройщика, рабочие вырубили кустарник, а не пронумерованные дубы, аллею которых компания планирует благоустроить. Мы, выслушав предложение администрации, взяли на себя обязательство благоустроить дубовую аллею, которая расположена на улице Шереметьевской. Рязанские экологи уже на месте удостоверились, что дубовая аллея действительно не пострадала. Однако, в свою очередь, отметили, что зеленые зоны в городе необходимо оберегать. Таких сильных нарушений, слава богу, нет, как дубы сохранили, но еще одну зеленую полосочку мы потеряли. Нам эти зеленые зоны надо как зеницу ока сохранять, беречь. Поэтому такое трепетное отношение. Местные жители увидели снос деревьев. Немножко там, ну вот сейчас разбираемся, действительно это были не дубы. В общем, по планам городских властей, дубовая аллея в 7-м микрорайоне Дашково-Песочни будет непременно сохранена и облагорожена. Вчерашняя тревога, поднятая в СМИ с подачи экологической организации, оказалась ложной.